Вот так зимуют пчелки. Это бакфаст. В этой семье кормов очень много. Пчела сидит между рамочками, кушает корм, греется, греет сама себя. Так зимует. Это вот запечатанные корма. Их здесь достаточно. Полные рамки. Они не спят, как некоторые думают. Пчелы зимой не спят. Ну, точнее, они спать спят, как, наверное, и другие живые существа, но не впадают в анабиоз, а все время находятся в таком сжатом клубе, в комке, чтобы согревать себя. Так вот они зимуют. Это бакфаст, видите, очень спокойная пчела. Не реагирует на то, что я открыл их почти. Ну, чуть-чуть недовольны, конечно. Вот такие пчелки. Так вот они зимуют.